увидят жемчужину Камчатки. 655 выпускников 11 классов краевых школ подали заявки на посещение долины гейзеров. Чтобы ребята смогли получить сертификаты для бесплатного посещения территории, на полуострове с 1 июня запустили специальный сервис. У нас на сегодняшний день статус следующий. У нас уже сформировано 655 сертификатов. Это 655 выпускников этого и прошлого года, кто зашел на сайт госуслуги и зарегистрировал свое желание полететь в долину гейзеров. Из них заявление на экскурсии подали 128 человек. Два туроператора у нас уже работают, у них есть свои личные кабинеты, в которых они получают вот эти заявки на экскурсию, и даже уже одна группа в количестве 22 школьников сформирована и полетит ориентировочно в конце этой недели. И также мы организуем отдельные поездки для группы школьников, которые выделены по, ну, те, кто показал наибольшие успехи в учебе, по ним мы также планируем сделать отдельную процедуру с этой экскурсией. Записать несовершеннолетнего выпускника на посещение долины гейзеров может только его законный представитель. Для этого нужно пройти авторизацию на региональном портале госуслуги 41 и перейти по ссылке «Записаться на экскурсию». Потом следует заполнить все необходимые поля и зарегистрировать ребенка, указав желаемые периоды поездки. Напомним, в прошлом году губернатор региона Владимир Солодов выступил с инициативой организовать бесплатные поездки в долину гейзеров для каждого выпускника Камчатского края. Это только один из шагов для повышения доступности уникальных уголков полуострова для его жителей. В прошлом году около 140 выпускников края бесплатно побывали в долине гейзеров. Первыми жемчужину полуострова увидели те, кто добился значимых результатов в учебе, медалисты и победители олимпиад.